Минск. Брехау — немецкое название. Вот. Жду, когда проедет поезд какой-нибудь. Может, фотографирую, может, видео напишу. Может, не дождусь. И тогда пойду в так называемую центральную часть города. Вот, там сяду на какой-нибудь автобус и поеду в сторону Гвардейска. Если в Калининград поеду, поеду в Калининград. А если нет, то говорят, что ближайший такой реальный пункт, с которого можно до Калининграда добраться более-менее быстро, это Гвардейск. Ну, в общем, тут до него недалеко, не знаю, может, минут 30 максимум, наверное. Дорога небольшая. Вот. Даже на такси можно добраться. Говорят, собирает водитель там пассажиров по 30 рублей с человека и везет в Гвардейск. Ну, это недорого. Посмотрим. Ну, вот такая же картина с разницей между железнодорожной станцией и, собственно говоря, городом или центром города в Гвардейске. Там тоже надо пешком идти до города, здесь тоже надо идти, хотя тут центр тоже достаточно примитивный, но тем не менее это центр, там имеется худо-бедно какая-то остановка автобусная без каких-либо знаков различия, без каких-либо расписаний, с красивой картинкой, что это знамя, с нарисованной детьми, наверное, там зайчатным таком. А вот из самой станции Знаменск тут идет немного. Вот трамвайчик, который я сфотографировал, точнее заснял видео, когда она через мост переезжала. Ну, это буквально там три маленьких вагончика или два соединенных между собой. Бегает такой трамвайчик до Гусева, до Нестерова и до Черняховска. Вот, может, электричка побольше. Но следующий будет еще не скоро, там в три с чем-то, поэтому смысла какого-то ждать нет. Вот поэтому сижу пока. Так, отдыхаю немного. Жду поезда, если он будет. А если не